Вот, да, на запись. Запись включена. Будем делать реакции, собственно, на стриме. На Ponytown Rainbow Factory 4, финал. Я этого ждал очень давно, потому что на прошлую часть я делал реакцию уже, вот, очень давно, вот, серьезно. Сейчас я скажу, когда. Я там, по-моему, сразу же после выхода сделал. Да, прошлая часть вышла 2 года назад. Поэтому сами можете понимать, очень давно. Так что да, давайте-ка посмотрим последнюю, финальную, 4-ю часть. Субтитры надо обязательно. Так, где тут русский? Есть. Rainbow Factory, финал. Последний эпизод первого сезона. А, первого сезона еще? В предыдущих сериях. Да, еще где-то оставлю всплывашку, чтобы вы видели... плейлист с прошлыми частями. Если вы не видели, что это за сериал с Понитауном связанный, откуда он и так далее, то сможете всегда посмотреть в моей реакции, чем бы и нет. Да. Ну, это, конечно, очень крутой проект был. Происходит. Оу, челюсть развалилась. Вернул себе рог. Прям как будто вытер ним пол. Жестко. Еще и звук, блин. Насколько же атмосферно получилось. Вы чё, угораете? Как после такого живут? Но какая-то часть его все еще осталась. Может, она будет атаковать, мне кажется. Жесть.
В скобочках она милая. Спасибо за донат. Флоттер, ты меня сразу спалил, когда Ксбро задонатил. Надеюсь, Dark RP глянешь реально. Окей, окей, спасибо за донатик. Но да, я тебя спалил очень быстро. Ну, блин, ты кроме своих видосов скинул еще, типа, видосики другие, но сначала другие, а потом уже свои, типа, такой, невзначай, невзначай. Спасибо за донатик, кстати. Что-то я не понимаю, что происходит. Вся фабрика была отключена электричеством, что ли? Ты умеешь летать? Что случилось с моей магией? Окей, но походу они спасены. По крайней мере, они спасены. Думая о вашем друге. Анекдот. На ферме заболел конь. Ветеринар говорит, если утром не встанет, то я его усыплю. Утром конь не встал. Лежачая свинья пуглива, ну же, вставай, тебя же убьют. Конь встал. Ветеринар вскрикнул, ура! Отпразднуем по этому поводу, зарезав свинью. Мораль, подписываемся на эчклик. То есть, донатим Флоттеру. Плюс один рубль равно плюс один сантиметр. Писюн Олега. Поверь, мне уже достаточно. Ну, в плане плюс один см. Писюна. Но в любом случае, спасибо за донатик. Да, донатим. Пожалуйста. Ссылочка будет в описании. Мне, походу, не дадут сегодня сделать реакцию. Окей, окей. Спасибо за донатик. Отвечу после стрима. Сделай реакцию, пожалуйста, на эту пани-анимацию. 3. NSFM. https://auto.b/kv4udb6wpn84. Окей, спасибо за донатик. Пожалуйста. Так, так, так. Thank you.
Что-то я вообще ничего не понял. Этот робот их спас? Свобода! Окей, все живы. Отлично. Сюда! То, что Рок отвалился, это печально. Тихо. Выжившие, объясняющие события. Жестко, конечно, все это. Ну, конечно, пережить такое, это просто жесть. Это прям жесткая мистика сейчас будет. БТВ, у этого персонажа нету рога, если... А, даже крыльев? Как она магию использует? Ну, я предполагаю, что это она. Блин, ну очень круто было. Поддержите этот канал и помогите аниматору учиться и переехать в Канаду. Я бы сам не прочь бы был бы переехать в Канаду на самом деле. Но, блин, они молодцы. Они реально молодцы. И спасибо за такой крутой проект, который сделали. Потому что реально, это много времени ушло на вообще создание хоть чего-либо. Сами понимаете, анимация — это сложно. Особенно такая. Еще и плавненькая. О, после... После титров сцена. Это уже классика. Оу. Второй сезон. Но знаете, по крайней мере, я надеюсь, что этот второй сезон не будет выходить так долго. Потому что я реально на каждую из серий делал реакцию сразу же после выхода. То есть, 5 лет назад, 4 года назад, 2 года назад и вот эта вот сегодняшняя часть. То есть, я целых 5 лет
делал на этот проект реакцию, скажем так. Но в любом случае анимация была крутая. Так что да, подписывайтесь на данного автора. Я не знаю, почему я отписан, я был всегда подписан на него. Но да ладно.